Всем привет! Месяца три назад я купил себе вот такой вот замечательный клеромайзер. Очень он мне понравился, разборный, можно менять фитиль, намотку. И в общем я решил купить себе еще несколько, правда не таких, а немножко других, с плоским мундштуком. Собственно, вот они. Купил три штуки разных цветов, чтобы можно было заливать разную жидкость и по цвету, значит, определять, какая жидкость. Так вот, на первый взгляд они практически идентичны. Вот. Вроде то же самое, только с плоским штуком. Но при детальном рассмотрении оказался брак. А именно. Опа. Видите, что произошло? Китайцы забыли приклеить колечко с резьбой к пластиковой колбочке. Ну ладно, это поправимо. Можно приклеить. Едем дальше. Не знаю, как на камеру видно. Ну, в общем, мундштук весь такой рифленый, поцарапанный. Ну, короче говоря, пластмасса невысокого качества, форма отливки явно тоже. У этого такой проблемы нету. Тут мундштук более гладкий. Сейчас я его протру. Так, ну, вроде видно. Гладенький, шершавый. Идем дальше. В сиреневом меня тоже ждал сюрприз неприятный. Китайцы забыли поставить уплотнительную резиночку. То есть вот смотрите, тут резиночка есть, а здесь нету. Нехорошо. Так, разберем. Видите, такой беленький налет. Это грязь. Да, заводская. В общем, это надо еще хорошенько отмыть перед тем, как использовать. С предыдущим клеромайзером таких проблем не было. И вот такая грязь наблюдается на всех трех. Собственно, вот и все. Очень не советую брать вот такие вот с плоским штуком. Лучше возьмите вот. С круглым. Явно более качественная сборка. Стоит, ну, там где-то на цента 2 дороже, но штука намного лучше вот этой вот. Ну, собственно, все. Пока.